Здорово, народ, и добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня у меня очередная самоделка из нашего советского детства. Самоделка из серии «Чем заняться, когда в квартире выключили свет». Раньше почему-то очень часто такое бывало, ну и, соответственно, начиналось все это дело. А давайте построим домик из спичек, а давайте сделаем еще что-нибудь. Так вот, подобную самоделку, подобный трактор из катушки мы делали как раз, когда выключали свет. Давайте приступать. Такую катушку в наше время достаточно сложно, на самом деле, найти. Я разбирался в сарае, нашел целый мешок таких катушек. Вот, и поэтому решил, собственно, сделать такую самоделку. В первую очередь нужно нарезать протекторы на катушки. Сделать это просто любым ножом. Оп. Без протекторов трактор ехать не будет. Вот такой протектор у меня получился. Здесь нужно прорезать небольшой желобок, куда у нас будет вставать спичка. Спичка встала. Замечательно. Лайфхак, как ровно порезать свечку. Нужно взять те же самые спички. Немножко погреть. Покоптить наш ножик. Но обычно вот так прям над свечкой делалось. Я испортил Викторинокс. Ой, сейчас. Прям очень хорошо. Сделать углубление и надо сделать отверстие. Ну, есть. Так, друзья, отвлекаемся ненадолго. Вы, наверное, уже заметили, что часто в моих видео мелькают ножи Victorinox, потому что я их считаю лучшими помощниками по дому. Ссылку на Яндекс.Маркет прикрепляю к видео, ну а мы продолжим делать нашу самоделку. Нужна проволочка. Сейчас я не знаю, в домах у меня вот есть проволочка, на всякий случай всегда лежит. Сейчас, мне кажется, у кого уже и проволочки ты не найдешь. Я служил с одним прапорщиком в армии. Вот, а он до того, как перевелся к нам в часть, служил на Байконуре. Так вот, не знаю, правда или нет, но он утверждал, что на Байконуре. Так, теперь на Байконуре вообще все на проволочках держится. Так, хоп, вставили, вывели. Понятно, да, пока что получается. И вот сюда мы вставляем целую спичку. Это могла быть, кстати говоря, целая спичка с этой стороны вставлена. Либо это мог быть стержень от авторучки. Вот, мне показалось, что спичка аутентичнее. Если я все сделал правильно, то постройка нашего трактора закончена. Теперь взводим двигатель. И попробуем.